вітаю всіх. З вами, як завжди, в ефірі найжіночніше ток-шоу «3G плюс Е». Ми з вами я, Катя Лунгу. Якщо ви бачите, що ми трохи змінили локацію, це означає тільки одне, що готується щось цікаве. Сьогодні ми зібрались з моїми подружками зустріти велике православне свято Великдень, тому що вже через тиждень ми будемо розпочинати прибирати, готувати паски, малювати яйця і все, що роблять усі господині. Тому давайте познайомимось з нашими дівчатами і будемо розпочинати нашу програму. І перша наша красуня, моя подружка, це Наталія Клімінкова, консультант з етикету та сервування столу. Добрий день всім, благодарю за приглашення. Рада сьогодні бути сьогодні в вашому кругу приємним. Ще одна моя подружка – це Наталія Горбачова, декоратор, засновниця студії «Апартаменти», власне, того місця, де ми знаходимося зараз. Всім привіт, спасибо за приглашення, в очередной раз рада з вами увидеться. Та ще наша одна гостя – Яна Ніколайченко, власниця студії «Гризі букет» та «Фудфлорист». Катюш, большое спасибо тебе за приглашение. Очень рада с вами встретиться, познакомиться поближе. И сегодня надеюсь на наше творческое сотрудничество. Давно с вами не бачились. И ось є момент, коли ми можемо поділитися яким досвідом із нашими телеглядачами. І я для себе щось візьму новеньке. Дівчата, ну розказуйте, як ви готуєтесь до цього великого свята Великдень? Чи є у вас якісь, наприклад, сімейні традиції? Що ви робите? Натусь, що ти робиш? Есть. Ну, в нашей семье спокон веков пасочки печет бабушка, моя мама. И, конечно, когда приходит очередь их мазать глазурью, все дети, а их у меня трое, собираются вокруг бабушки и помогают дружно это делать. Мы уже пытаемся закрывать глаза на то, как это именно получается, но, тем не менее, дети довольны при урочении до этого события, в общем, принимают участие и получают от этого массу удовольствия. Конечно, потом следует посыпочка, присыпочка. Сейчас такая масса декора, которая может увлечь, с помощью которой мы можем увлечь своих детей и собрать семью в еще один предпасхальный вечер за одним каким-то столом, за которым мы занимаемся декором на завтрашній день. Це завжди благотворно впливає на сплочення сім'ї. Круто. Ну, я думаю, що у кожній родині саме свято Великдень об'єднує родину. Ти збираєшся, щоб поділитися якимись своїми новими почуттями, що в тебе було, що тобі подобається. Натуся, як у тебе у родині? Ну, для мене цей праздник – це як второе Рождество. Він дуже сімейний. Тобто є такі два з головних праздников в году, на которые собирают, даже не дни рождения, на которых собирается абсолютно вся семья, и все друг друга поздравляют, делятся секретиками, подарками, присылают нас общий чай. А вы даруете один одному подарочки? Да, да, вот у меня семья, тети, дяди, бабушки, дедушки, у них какие-то там свои или вкусности, или они передают какие-то рецептики, что-то кто-то нашел. Я, конечно, не по кухонной части, честно признаюсь, из меня хозяйка не очень, у меня в этом плане очень круто мама помогает, потому что мама у меня специалист как раз-таки по хлебобулочным изделиям, поэтому самые вкусные паски всегда у нее. Но я отвечаю за декоративную часть, то есть у меня самые красивые... Кто сомневался? Слухай, я навіть не знаю, кто-то відповідает за это. У меня самые красивые, у нее самые вкусные. А когда объединяемся, получается вообще шедевры. Чудесно. Да, а еще вот детей, конечно, мы к выпеканию хлебобулочных изделий не привлекаем. Да, тут вот как и у Наташи, все детки любят помадки, мазать, что-то посыпать. А я люблю с ними красить, вот яйца готовить на стол. Для них это особые, ну, вот, традиции, они уже хоть маленькие, они ждут этот праздник, очень сильно любят биться яйцами, знаете, як такое? Як зранку приходиш після церкви, так, хто, давайте я. Так, ми зараз повернемо ще до яєчок. Як в тебе, Яночка? Для нас Пасха – це ісконно сімейний праздник, так як моя робота состоїть в тому, що я організовую всі праздники, я працюю на 8 марта, я працюю на Новий год, тому Пасха – це єдиний праздник в году, коли я не працюю, я беру неділю вихідних. Готуємося, зараз ми вже немножко іначе. Так, раніше у нас в сім'ї готувала завжди мама, зараз ми собираємося дружной семьей, с семьей мужа, наша моя семья непосредственно с родителями. Мы приходим к кому-то в гости. Каждый год мы меняемся. Правильно, чего готовить вдома? Треба піти до друзів, до сусідів и там поїсти.
Ну, девочки, удобно. Поэтому каждый год мы меняем, к кому мы приходим. То ли к моим родителям мы приходим, или же к родителям мужа. В этом году, надеюсь, мы соберем всех у нас дома, потому что мы уже закончили ремонт. И готовиться мы будем непосредственно уже с дочерью. И первое, что я хочу сделать, это подготовить с ней корзиночку. Так как ей уже 4 годика, ее можно в это вовлекать. И вот этот процесс сбора цветочков, конфетков, шоколадных зайчиков, это ей понравится 100%. Ой, круто. Пасхи печете з родиною? Ні, не печем. А чому, купуєте? Іноді купуємо, іноді батьки печуть. Любите свято Пасхи? Да. Любимо. З утра йдемо в церковь всією сім'єю. Після цього родственниками всі збираємося вдома і празднуємо застолья всякі. Ви знаєте, я сам з Західної України. Там трошки інакше відношення до релігії. Тому що отут прийдуть Пасху, стануть під церквою, посвятять і пішли. І розійдіть церкву, помоліться. Я не ходжу до церкви. І взагалі, а дружина ходить? У нас родина безбожників. А хто займається у вашій родині пасками, фарбує яйця? Хто за це відповідає? Ти допомагаєш мамі чи бабуся це все робить? О, ні, ну це займається і мама, і бабушка більше. Фарбуєте разом з батьками, можливо, яйця? Так, да, фарбуємо. Да. Любимо робити таке. Ну, скоріш за все, традиційно ми з всією родиною підемо до тещі в гості, з ним посидимо за столом, вип'ємо, закусимо, то привітаємо один одного, а потім з друзями зустрінемось. Ну, це, мабуть, спекти паски, допомогти матусі. А скажіть, будь ласка, у вас є якісь свої сімейні традиції, як готуєтесь до Пасхи? Усі разом, наприклад, печете їх, фарбуєте яйця, прибираєте, як святкуєте? Я сама з Гайворонського району. І в нас там, знаєте, що, ще коли були мої батьки, нас багато в сім'ї, нас 8 чоловік, і ми всі з'їжджали. Зараз батьків немає. Ми не можемо з'їхати, скажімо так. Це вольна тема. Дякую, ви молодець, ви так поділилися. І то я, у нас мати завжди готувала, скажімо, домашню ковбасу. Ну, такий салат, що я не знаю, це, мабуть, тільки в нас вдома, а може в нас і в селі всі, так я не знаю. Запікався сир, тільки він соленый, туди масло додавалось, крашені яйця, оці, що красили на Пасху, крашенки. Їх теж нарізали, оце перемішували, масло, яйця, і що там, колбаска, і цей сир, це було дуже смачно. Ну, сім'єю печу пасочки, собі, доньці, матері. Раніше мама пекла, а зараз вона вже в такому поважному віці і важко. То, ну, буду намагатися для себе, для мами, для доньки. І, ну, так більше за карантину чи із-за певних обмежень будемо в сімейному колі. Мой любимый процесс – это окрашивание яиц, потому что каждый год они получаются, ну, другими, и одно не похоже на другое. Это настолько уникально. Если пысанку можно расписать и, там, допустим, сделать одинаковые, да, то вот такой метод окрашивания, он разный. Этот метод мне подсказала Лера Кравцова. Есть у нас такая девушка, очень творческая. Мы, сучасні жінки и дівчата, мы все-таки хочемо йти більше до Європи. Да? Yeah. Я просто пам'ятаю, знаєте, це якась травма дитинства, коли мама купує вала, і вони зараз продаються, як вони такі, що пленка, да, через плівку, і ти у гарячу воду, і потім пропускаєш яйце, і ти потім, коли стукаєшся, ти не можеш його розірвати, ти сидиш вже психуєш, та що ж таке, давайте його. І мені здається, що треба щось змінювати, щоб наші дівчата по-іншому робили. От у мене діти дуже люблять ці пленки, якраз по той причині, коли б'ються яйцями з утра, да, воно дійсно мішає процесу, не видно, хто виграв, хто проіграв. А еще момент, то, что эта пленка, она все-таки загрязняет окружающую среду, и я бы даже не использовала какие-то синтетические красители, а использовала более натуральные методы. Вот я хочу рассказать об этом сегодня. Вот у меня, если видите, много разных яиц. Я брала и перепелиные, и куриные, и брала разного размера. Можно я частенько, да, чтобы я Яне просто показала? Я брала разного размера яйца. Да. То есть крупные и средние. Вот, кстати, хочу обратить внимание, что крупные яйца, они более тонко
только шкуры и при варке они быстрее лопают. Для того, чтобы их варить и они не лопались, желательно подсолить воду и яйца опускать уже в воду комнатной температуры. Не доставать сразу из холодильника и опускать в воду, потому что действительно будут лопать. Самый элементарный способ – это мы берем чай каркаде, всем известный, девочки, да, очень вкусный. Так, он дает очень сильное окрашение, да. Натуральный краситель. Погружаем яйца в воду, засыпаем пол пачки каркаде и варим 10 минут. И оставляем на ночь. При этом мы не вынимаем все лепесточки прямо из кастрюли, то, чтобы не просто в отваре они были, а прямо вот с лепесточками. Какой цвет получится? Красный? Вот, смотрите, нет, не красный. Самое удивительное, что они получаются вот такой. Червоный? Да, вообще неожиданно. Да, вот колер? Такой, смотрите, вот такие. Серьезно? Красный. И разный оттенок голубизны, Наташа, от чего это зависит? Это я вам расскажу, голубые, это другой краситель. Да. Тут у нас получается за счет того, что листочки у нас плавают в кастрюльке, вот такой мраморный эффект. И они получаются серо-голубые, да, серо-голубые. Притом, учтите, если вы вынимаете яйца из кастрюли горячей, так как этот отвар, он содержит большое количество кислоты естественной, оно немножечко повреждает верхнюю поверхность яйца. И эту пленочку пальцем можно сдереть. Это я вам покажу. На примере вот окрашивания, можно, девочки, я возьму у вас, на перепелиных яиц. Вот я перепелиные яйца красила, видите, да, раствор снял пленочку. Я была очень удивлена, что перепелиное яйцо на самом деле выглядит вот так. Вот. Невероятно. Да. То есть оно просто от этого состава, оно, видите, приобретает голубизну. Разные их делать. Да. Да. Хочешь такое. Еще момент. Вы можете оставить яйца на всю ночь, а можете их просто, допустим, на 2-3 часа. От интенсивности, сколько они там пролежат, зависит их окрашивание. И будет так и колер, да. Есть еще рецепт вот у Леры на странице. Я бы очень хотела, чтобы вы зашли именно к ней на страницу, потому что это первоисточник этого рецепта для меня. У нее еще можно добавлять в раствор каркаде соду и уксус, только по отдельности. Если мы будем добавлять соду, яйца будут приобретать немножко коричневый оттенок, а если мы будем добавлять туда уксус, они будут более розовые. По-моему, у меня уже в процессе подготовки розовый забрал Гордей. То есть у меня младший сильно любит розовый цвет. Я так поняла, что он утром добрался до розовых яиц первый, потому что ни одного не осталось. Вот я вам хочу показать, если видно, на них нанесена такая золотистая пленочка. Это натуральная золотая поталь. Кстати, как не можно, вот я специально не убирала из кадра, вот такое яичко, видите, может лопнуть в процессе варки. И вот его можно, вот как раз эту часть, потом задекорировать паталью. Просто подпрятать. Я знаю, покажи, просто... как она выглядит, и а как ее нанос, да, да, ее купить. Паталь можно купить в интернете, а вот яйца, которые я вам показываю, смотрите, голубые, это уже не каркаде, это окрашивание цветной капустой. Я брала капусту. Да, да, цветной капусты. Я брала синюю капусту. Це вже вам не буряк, це вже вам не лошпиня, цибулі, як раніше наші бабулі варили. Це вже по-іншому, це більш сучасний метод. Просто режем капусту, варим ее 30 минут, опускаем туда яйца, вот, или варим вместе, ну не 30 минут варим, конечно, вот, опускаем, и они, чем дольше они находятся, тем голубее они будут. В прошлом году они у меня были очень голубые, вот такие, как вот стены в студии. А здесь вот слегка такой легкий голубой оттенок, потому что не так долго. Наташ, можно, вибач, я тебе переб'ю, я просто сиджу, я вже просто не можу терпіти цей запах. Що це таке? Давайте секретик тут. Справжня господиня отруту бере з собою. Це ти мене так не любиш, да? Поставила біля мене. Ну, впрочем, це дезінфіцируюче средство, девочки. Розкриваю секретик. Чудо-средство. Это чеснок. Да, просто головки чеснока, зубочки чеснока выдавленные. Зачем брала с собой чеснок? Вот эта паталь, которая наносится на яйца вот так красиво, для того, чтобы это был экологический способ, это чтобы не использовать никаких клеев, ничего прочего, мы берем обычный сок чеснока. Вы знаете, что он липнет, когда подсыхает. О, да, вот. Я уже помню. Единственное, если вы зададите вопрос, почему он голубой, я еще рано-рано утром, ночью наносила паталь, готовилась к программе, и он, наверное, просто от воздуха немножечко стал синим. Смотрите, паталь у вас придет вот в такой книжечке. Она очень тонкая, сверхтонкая, просто летающая. Переложена, да? Вот видите, она переложена, да. Вот, она совсем-совсем тоненькая. Такая. Итак, вот у нас яичко, да, мы его слегка намазываем вот
Чесником, чесником, да. И пока оно влажное, можно немножечко обветрить. Тут подождать там буквально пару секунд, чтобы клейка стала липка. Для этого берем большую пушистую кисточку, кусочки подали, наношу, еле касаясь, вот, на влажную часть яйца. А потом ведь яйца не будет такой запах специфичный? Нет, кстати, запах выветривается, а к рукам оно не берется. Да, сделайте это вечером или рано-рано утром, и у вас на утро все будет прекрасно. Смотрите, остаточек я просто сметаю. Волшебно. Круто, Натусь, ну це ти велика молодець, ну правда. Таке зробити, показати нам. Все елементарно і просто. А тепер давай розкажи, бо я хочу. Капусточки під'їсти, зголодніла дівчинка. Усюди, їм це нормально. Всі звикли. Смотрите, одной из традиций еще является с моими детками. Это вот собирание всяких предметов, из чего можно сложить композиции. Просто на прогулке в парке мы насобирали березовых веточек, вот таких веточек, которые обросли мхом, маленькие шишки мне сын принес из садика, веточка распустившаяся каштана, немножко похожа на магнолию. Вот, складываем просто вот так на блюдо из этих веточек такое гнездышко. Использовать можно, кстати, даже котики. Если вы их заранее подготовили. Вот вон и для чего. А крепить как-то нужно дополнительно? Что-что? Крепить как-то дополнительно. Можно использовать проволоку, можно использовать термопистолет. Я стараюсь как можно меньше использовать крепежных каких-то способов. Буквально пару штук. Это обычный качан капусты, если видите. Просто капуста. В капусту я вставила стаканчик для воды. Вот можно увидеть стаканчик для воды. Налила туда воду и поставила цветы, которые можно срезать у себя на грядке, если у вас частный дом, или зайти к флористу и купить пару весенних цветов. Або якщо ви живете у квартирі, підіть там у когось щось свистить. На балкончике. Дополняем это все котиками или какими-то веточками, потому что у нас весна – это распускающиеся цветы и еще не распустившиеся деревья. И вот эта композиция будет вам рассказывать максимально о весне. Сюда в гнездышко положим красивые яйца, и можно, кстати, дополнить вот такой фарфоровой фигуркой или зайчиками, или вот такими птичками. И у вас уже настроение праздничное готово. Ну, выглядит шикарно. Супер, класс. Друзі, ну що ж, про декор столу ми вже поговорили. Тепер треба перейти до сервування столу. Як ви вже помітили, ми підготувалися. А поки що хочу подякувати нашого інформаційного партнера Eurovision за надання рекламних послуг. Повідай, що нам потрібно для пасхального сніданку? Самое первое, с чем нужно определиться, это с текстилем. Потому что именно текстиль задает характер всему нашему столу. Как мы видим, у нас есть два характера стола. Да? Один более винтажный, с его помощью мы можем окунуться в застолье, в завтрак пасхальный давнего времени. И более современный, тот, в который мы можем с собой увлечь детей и помочь его засервировать нам на утро более ярко и более эмоционально, как для деток. Этот завтрак более взрослый, ну, навряд ли сейчас кто-то будет так делать, но я хотела вам показать, как было раньше, как бывает. Да, ну, звичайно, это цікаво. Вот. Это основа. Основу вы видите перед собой. Я хочу показать, какими деталями можно дополнить это, для того, чтобы это было более атмосферно, для того, чтобы за этот стол хотелось сесть и порассматривать его. Итак, смотрите, что у нас есть необычного в этой сервировке за нашим столом. Такое уже давно не используют, но это довольно интересная деталь. Это такое порт-куто называется, подставочка под ножи, для того, чтобы нож не запачкал скатерть во время еды, да, такая подставочка. Она достаточно изысканная и украшает стол в целом. А можно подивитися, це срібло? Рыбка. Так. Пушка. Красиво, да? Так. То есть раньше, это сейчас по этикету в паузе приборы кладутся в тарелки, а раньше ложили на скатерть, клали на скатерть, и поэтому было придумано такое. Они бывают разные, фарфоровые, слоновой кости, стеклянные, то есть в форме абсолютно различных фигурок. О, тоже серьезная подготовка пришла. Да, кодлеры для яичек, которые были раньше. Сейчас они могут быть просто фарфоровые, декоративные.
тут яєчко у нас ну, є. Куди ж без їжі? Да. Что еще что хотела сказать про это яичко? Про то, что относительно яичка, про то, что яйца по этикету принято есть с помощью такой ложечки, которая имеет тупое основание для того, чтобы удобно было это делать. Так, значит, як завжди у родині ми б'ємо яйця. Ми беремо яєчки і починає хто кого. Але ж це іноді просто вже ну, не цікаво робити, і ми починаємо красиво якось його побили, з'їли. Як ти пропонуєш це якщо робити? Якщо ми дорослі, да? Ну, да. Смотрите, вообще-то нужно, если нету никакой специальной аппаратуры, скажем так, обратной стороной ножа бьешь, потом руками дочищаешь, на тарелочке обычно оно у нас стоит, вот так как перед Натальей, скорлупу на тарелочке мы оставляем, отодвигаем в сторону и едим. Но есть еще один вариант, с помощью которого мы можем открыть яйцо. Этим вариантом мы можем удивлять своих современных гостей. То есть существуют вот такие ножницы для срезания верхушки. Боже, ти мене вже здивувала. То есть, може це бути так, якщо ти хочеш, щоб це було... Я думала, це якийсь Мікі Маус. А взагалі, це універсальна штука на будь-який... Це ножиці. Ну, да. Круто. Да. И есть такой секатор, достаточно современный. Тоже. О, оце мої цікмої. Вибачте, перелякалася. Все добре. С помощью которого открывают яйцо. Боже, дай Бог, щоб вийшло. І... Та-та-та-та. Ну? Все? А, да, ну, да, пошла, вот красиво, да, смотрите, да, кромочка да, четкая, супер. Вы бачите? Вообще. Бачите, як чітко одразу. То есть существует еще такая штука, которая можно удивлять гостей. А, скажи, вот. Будь ласка, такий момент, бо дівчата закрываем. Не запитують, а ми це не робимо. Чому тут дві тарілочки стоїть, а тут, наприклад, одна? У чому різниця? Это непосредственно для яичка. Это сервировка для яичка. Вот. А я завжди на стіл або у пакетик. Нет, этот тупер ставится на специальное на блюдечко. Если у тебя обычное яичко, и, ну, даже есть обычные фарфоровые подставочки, просто на блюдечко можешь подставить, ну, поставить. И на это же блюдечко скорлупу. Боже, вот. Так, давай пройдемо швиденько. Для чого це? Це ми розуміємо для вершкового масла, так. Да? Намазувати на хліб. А це для чого? Пиріжкова тарілка. І... Пиріжкова тарілка? Звісно. Персональна пиріжкова тарілка та ніж для масла. А я-то думаю, як їсти пиріжки за столом? А треба спеціальна да, пиріжкова тарілка. Тобто, це сервіровка під завтрак, якщо ми з'їли яйцо, убрали, у нас осталась следующая тарілка для следующего ясо, блюда, для него прибор. Ясо, картопля, да, а можно спросить, получается, ну, пиріжкова тарілка, а если мы Пасху кушаем, да, начинают... А ты можешь сюда сразу... Пасху, то есть, да, я, можно это блюдечко использовать для... под Пасху. Сначала да. Яичко, потом Пасочка, а потом же основное блюдо. Правильно. А если девочки хлеб часто не едят, они могут просто для скорлупочек. Сколько всего интересного. Этот винтажный стиль также можно дополнить таким клошем. Он сейчас Вау. Опять возвращается в моду. Сюда можно что угодно ставить. Можно пасочку, можно яички, можно макарунсы выкладывать и полностью декорировать. Это то, что может сделать ваш стол действительно изюминкой. То есть такие вещи, которые из прошлого вновь возвращаются, но делают такую атмосферу невероятную, да, Вау, которая раз, будет... дополнять ваш стол. Ой, так у ресторанах делать... страви подаються. Так? Да. А там якийсь дим. Це наш на завтрак. Вот. А вторая сторона стола у нас более современная, более традиционная, более детская. И на ней мы использовали а то, мені что... подобається, навіть якщо її родиною, просто з чоловіком так поснідати. Одразу настрій такий. І можна ж будь-який колір додати. Фіолетовий, лавандовий, червоний. Так. Який захочеш. А у нас такий і зелень, і жовтий. Круто. Смотрите, мы добавим сюда такого зайца с микрогрином. Сюда можно пророщенный овес, что угодно добавлять. Смотрите, паска зайчик, капуста Натальина. Прекрасный у нас получился комплект. Сніданок кстати, для вегетарианцев. Кстати, да смотри, если бы я увидела раньше вот то, что тут здесь такие птички, вот тут как раз-таки, если продумывать декор стола, он должен быть минималистичный и пересекаться с какими-то фигурками. Да, там у нас капуста, зайцы очень хорошо да. смотрится. Так, мы про все поговорили, чи еще что-то залишается? Нет, мы не про все поговорили, мы не проговорили о том, что на втором варианте у нас показано вариант с яичкой, декорацией яичка с применением салфеток тканевых, которые тоже можем увлечь наших деток для этого. Там вариант с чаем и без
пашотниці для яйця. Тобто у нас яєчка буде. Вот ну, сюди ж можна справжнє яєчко. Да, ну, це просто для серверки, для примера. Ага. Конечно, сюди нужно такое яичко, которое можно будет съесть. Вот, я думаю, что с любым ребенком можно завернуть, любой веточкой, даже такой завязать, mm-hmm. любым цветочком, без цветочка. Даже если можно нет, нарисовать мордашечку, узики, mm-hmm. носик. Да. Декоратор говорит. Сразу свою несла. Мало того, не обязательно может быть текстиль. Большой выбор сейчас ярких бумажных салфеток. Тоже прекрасно получаются эти ушки из бумажных салфеток. Для ребенка то, що треба. Для того, щоб зайняти. Так, добре, дівчата, ну слухайте, ну все ж таки у нас такий святковий пасхальний сніданок. Давайте візьмемо по одному яєчку і розіб'ємо, хто кого. Натуся, тримай. Я завжди попереджаю, я завжди виграю. Так, з ким я? Хто ж виграє? Давай з цього стало. Давай. А ти остреньким взяла? Да. А я не знаю, я просто не... Я виграла тут. Ти острим концом взяла? Так, ну, надо же кругленьким. Ну, навіщо ти сказала? Видишь, надо кто же правила знает. Давай ще раз. У мене ти виграла, да? Я побідун. Я програла. Хоча це относительно. Як так вийшло? Я завжди виграю. Яна! Все пропало. Виграла. Яна у нас виграла. Друзі, а поки ми будемо снідати, хочу вам нагадати про нашого інформаційного партнера, який надає нам у центрі нашого міста LED-екран, це Євровіжн. Дякуємо вам за рекламну підтримку. Що, шановні друзі, ще раз вам нагадую, якщо ви тільки вімкнули свій телевізор або наш ютуб-канал, де ви можете побачити нашу програму на телеканалі «Вітер», ми нагадуємо, що сьогодні у нас спецвипуск до Великодніх свят. Про сервування вже поговорили, про декор поговорили, ви бачите, на столі. Так, готуємо корзинку. Так, действительно, сейчас мы будем готовить корзинку. Первое, что нам нужно, это выбор корзинки. Мы будем делать детскую корзинку, поэтому мы выбрали небольшую и белого цвета. Потом, чтобы дитині было зручно носить с собой. То есть берем размер корзинки по возрасту ребенка. Второе, наполнитель нам нужен, нам обязательно нужен оазис пищевой пленочки, куда мы уложим все. Угу. Вот яка так. У нас вийде краса, можете подивитися да. Одразу. Ти нам, будь ласка, розкажеш, чому ми взяли таку композицію про пасочку, про шоколадного зайця, який да. Зараз усім подобається тут у студії, і самі яєчки. Так, да, дійсно, Катюш, у нас використані перше – це іскусственні цвіти. Якщо ви захочете зробити, можна зробити живими цвітами, тобто це буде використано в цей рік. Якщо ви хочете, щоб корзинка зберігалась на наступний рік, можно ее использовать с заменителями искусственными цветами. Главными атрибутами являются это вкусная пасочка, я выбрала у кондитера. Uh-huh. Я добавила итальянские конфеты, пряники ручной росписи, то есть сделал кондитер, который рисовал это непосредственно, и шоколадный заяц. Это ребенок обязательно это оценит 100%. До речи, друзі, про пасочки. Пропоную зараз нам з вами подивитися постійну кулінарну рубрику від Галини Артемовой Теменко, її кулінарному блозі «Жизнь вкусна», де Галочка розповість, як приготувати смачну паску до свят. В этом ролике готовлю очень интересный дрожжевой пасхальный кулич, который долго остается свежим. Если интересно, продолжайте смотреть, список ингредиентов к рецепту расположен в описании под видео. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко, и этим роликом я открываю свой пасхальный сезон в этом году. Да, времени еще достаточно много, но мне хочется показать вам рецептов много, разнообразных, для того, чтобы у вас было время присмотреться к этим рецептам, рассмотреть их поближе, подобрать то, что вам по душе, подобрать то, что вам
больше всего заходит, то, что для вас наиболее удобно в плане приготовления, и затем на праздник испечь идеальные для вас куличи. На прошлой неделе у себя в Инстаграме, в Фейсбуке, здесь в сообществе, в Ютубе, в Телеграм-чатике, если вы еще не добавились, добавляйтесь, я проводила опросы для того, чтобы понять, какие рецепты ждете больше всего вы, для того, чтобы мы с вами скоррелировали и были на одной волне. Лидером оказался традиционный кулич на дрожжах, но такой, чтобы он долго оставался свежим, долго не черствел. Что ж, именно с таких рецептов я и хочу начать, их будет два, и они будут очень отличаться друг от друга, так что не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий ролик, и нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомление, когда это видео я опубликую. Давайте растерзаем один, чтобы посмотреть, какой же он внутри. Я сжимаю кулич, и он прекрасно восстанавливает свою форму. Мякиш приятно плотный, нежный, не сухой, не крошится. Кулич волокнистый и совершенно не клёклый. Сжимаю руками, и вот он уже опять пышный, как и был. В этом ролике я готовлю кулич с заварной основой. Именно благодаря заварке он и будет долго сохранять свою свежесть. Я специально тестировала этот рецепт заранее, я на 3 дня оставила эти куличи не закрытыми, то есть не убирала их ни в пакет, ни в пленку. И вот сегодня я их резала для того, чтобы сделать вкусные сухарики, и он до сих пор был мягким. Готовлю заварку. Для того, чтобы делать это было проще, я добавляю немного сахара из общего объема к муке для заварки. Так будет проще вымешивать ее. Довожу до кипения молоко и, непрерывно помешивая, вливаю его в муку. Смесь загустеет. Важно получить смесь без комочков, поэтому тут работать стоит быстро и интенсивно. В случае, если комочки все же образовались, можно пробить смесь блендером и разбить их. Вот такая консистенция заварки у меня. Накрываю емкость с заваркой пищевой пленкой и оставляю. Готовлю опару, слегка подогреваю молоко и всыпаю в него немного сахара из общего объема, чтобы подстегнуть работу дрожжей. Разминаю дрожжи, отправляю их в молоко и перемешиваю венчиком до растворения. Добавляю муку и перемешиваю до однородности. Накрываю опару пленкой и оставляю на 20 минут. Этим временем подготавливаю сухофрукты. У меня классический изюм, но подойдут любые. Заливаю изюм горячей водой и промою и сделаю его мягче. Отставляю изюм в сторону. Опара созрела. Посмотрите, какая она у меня пышная. Снимаю пленку с опары, снимаю пленку с заварки. В заварку отправляю соль, сахар и ванильный сахар. Перемешиваю. Заварка на этот момент еще теплая, и сахар в ней быстро растворится. Замешивать тесто буду в хлебопечке. Это проще и легче. Отправляю в чашу заварку, а пару всыпаю муку. Включаю замес. Режим замеса у меня такой. Первый замес смешивания 12 минут. Затем тесто отдыхает 20 минут. При ручном замесе нужно смешать ингредиенты, перемешать до исчезновения сухих частичек муки и помесить минут 5, после чего оставить тесто отдохнуть на те же 20 минут. После отдыха начинается второй этап замеса и длится у меня 14 минут. Через пару минут с момента начала второго замеса я постепенно добавляю сливочное масло, нарезанное кусочками. Когда все масло разойдется по тесту и оно станет однородным, у меня это где-то через 7-8 минут. Пришло время добавить изюм. Я сливаю с замоченного изюма воду, отжимаю его, выкладываю на бумажное полотенце и промакиваю. Добавляю изюм в тесто и жду, пока он хорошо распределится. Немного помогаю в процессе. Подтягиваю тесто в шар, укладываю его в глубокую миску и оставляю бродить на 80-90 минут или до увеличения объема в 2,5-3 раза. Если вы любите экстра пышные куличи, советую обратить внимание на мой рецепт приоши, который я публиковала на канале совсем недавно. Он получится как раз таки максимально пышным, максимально воздушным, если вы любите именно такие. Также все рецепты из предыдущих годов по-прежнему актуальны. У меня уже очень большая коллекция образовалась на разный вкус,
на разный уровень занятости, поэтому заглядывайте в инфобокс, там я оставлю ссылочки на эти рецепты и на рецепт бриоши. По видео хорошо видно, каким пышным тесто стало. Обминаю тесто и делю его на 4 части. Каждую часть грубо подкатываю в шар. Обратите внимание, что я не подпыляю стол мукой. Тесто замешано хорошо и оно не прилипает. Теперь каждый шарик еще раз подкатываю в тугую заготовку, не спеша и деликатно. Укладываю заготовки в формочки для куличей, накрываю пищевой пленкой и оставляю для расстойки на 40-50 минут. Когда заготовки подрастут, отправляю их в духовку, разогретую до температуры 180 градусов на 25-30 минут. Ориентируйтесь на то, как работает ваша духовка. Если нужно время, добавьте или сократите. Я достала куличи из духовки и дала им остыть часок. Давайте растерзаем один, чтобы посмотреть, какой же он внутри. Я сжимаю кулич, и он прекрасно восстанавливает свою форму. Мякиш приятно плотный, нежный, не сухой, не крошится. Кулич волокнистый и совершенно не клёклый. Сжимаю руками, и вот он уже опять пышный, как и был. Готовые куличи я смазала самой обычной белковой глазурью и украсила сахарными бусинами. Больше интересных вариантов помазки я покажу в отдельном видео совсем скоро. Ну що ж, повертаємось до нашої святкової корзинки. Що нам ще потрібно? Катюш, для того, щоб створити, непосредственно нам нужны ножниці, скотч, секатор і шпажки маленькі. І непосредственно ще також нужно купити цветочки. От я вибрала дійсно сухі іскусственні цвіти для того, щоб зробити цю корзинку удобною для дитини, і він її може хранити. Тому ми секатором срізаємо, от робимо всі от такі маленькі, низенькі веточки. Самые маленькие мы разрезаем и крепим скотчем на шпажечки. Нам нужно расположить сначала зелень. Мы направляем все под наклончиком. Быстро направляем зелень, цветочки. Это здесь получается можно и живые, да, он подойдет универсально. Если мы его намочим, занурим в воду минутки на две, но не более. А, саму азос, да, да, можно замочить? Он будет готов для того, чтобы работать живыми цветами. То есть універсальне получається, да? А поки я показую, як робити корзинку, хочу вам, шановні телеглядачі, ще раз нагадати про нашого інформаційного партнера, який надає нам у центрі нашого міста LED-екран, це Євровіжн. Дякуємо вам за рекламну підтримку. Слухайте, дівчат, ну от розкажіть, поки я надороблю корзинку, розкажіть, будь ласка, от ви ходите, наприклад, у саме свято до церкви? У мене заходять батьки, я батьки беруть дітей, я якось не попадаю, я, в принципі, навіть в такий день іноді працюю, у мене немає виключень, такий довг професії, якщо це макіяж, то люди збираються великими компаніями, їдуть на якісь мероприятия, і хтось просить обов'язково зробити макіяж, тому я не попадаю в церкву. Ну а встигаєш хоча б на сніданок? Ні, ну з сім'єю застолье, да, просто рано утром я працюю, потім у нас просто не такий ранній завтрак. А як у тебе, Натусь? Когда мы были молодые, мы 100% ходили. О, распочинайте, когда мы были молоди. Ходили на всеношные. Для нас это был повод просто официальный перед родителями идти куда-нибудь в ночь. И, конечно, мы ходили вокруг церкви, стояли на службах. Ох ты ж яко! Мы прямо ходили, мы прям ходили. А сейчас, конечно, я не знаю даже, это врасплох застало ты своим вопросом, потому что... А я взагалі така. Да, потому что мы ходим уже только посвятить на само утро уже с готовой корзиночкой, уже собранная, там уже пасочка, яички лежат, какие-то там, может, буженина, и идем и святим уже после службы. А на саму службу... Не знаю. Яночка, я бачу, да, що ми вже додаємо яйця. Ми підійшли к самому ключевому. Это шпажечки, ми нанизуємо на них яички. Дітям этот процес очень нравится, они в восторге. Единственное, не нужно спешить, потому что тут нужно работать аккуратно. Так, дівчата, підключаємось до процесу, працюємо, працюємо. Я хочу розвінька. Так. Да. Мы берем острую частину, да, правильно? Острой частью мы одеваем немножечко, аккуратно и не спеша. О, да, теперь я разумею, чего тут треба обережно. Мне кажется, нужно вкручивать даже. Да. Вот так. Как у тебя так это выходит одразу? Быстро-быстро причем. Вот, замечательно. Да, давайте мы... Зачем нам нужен секатор? Вот, для таких моментов мы отрезаем лишнее.
И размещаем. То есть во время мастер-классов большие убытки у сладкоежек. Я хотела, до речі, запитати, бо мені так хочеться його з'їсти. Але це все для корзинки. Да. Для корзинки да. Нічого мені не так. дозволяють їсти. Головне, що нету ніяких особих правил по розміщенню. Ребенок підключає все своє творчество, він працює сам, то, як йому хочеться, а не то, як йому родители нав'язують, став тут или тут клеїть что-нибудь нужно, или писать что-нибудь. Ребенок делает то, как он чувствует. То есть задний фон немножко выше, да, вы делаете? Да, задний фон выше для того, чтобы мы вот так само покроем пасочку. В принципе, с конфетками еще немножко у нас остается, мы добавим. Боже, Ян, ти так швидко це все зробила. Ну, я дивлюсь, що по часу її можна зробити там, ну, за 30-40 хвилин. Да, якщо підготуватися, все буде під рукою. Швидко-швидко все туди. Да, добавляємо самые большие крупные элементы в конце. Ми добавляємо зайчика, пасочку. Добавляємо сухоцвіти, теж очень дополняють. Взагалі можна піти, я так думаю, до магазину флористики, закупити все, що тобі потрібно. Да, зараз вибір очень большой. Тут можна, в принципі, да, ребенку допомогти. Ну, я вважаю, що наша корзинка готова. Наша корзинка готова. То есть ребенок абсолютно при помощи мамы или бабушки справится очень быстро. Ну і тут наша дівчина традиційна, оплески за таку корзинку. Ну дійсно, дуже красива, і можна, і вона легенька, до речі. Да, вона легка, ребенок абсолютно любого возраста. От, допустим, у мене ребенку 4, вона легко піднімає цю корзину. Я вам вдячна за те, що ви прийшли до мене, за те, що ви поділилися своїм досвідом, що ми з вами побачились нарешті, бо через роботу це буває дуже рідко. І я впевнена, що ваші поради обов'язково будуть корисними для наших телеглядачів. Будь ласка, скористайтеся цими порадами, і ваше свято Велике Пасхи буде більш яскравішим та красивим. І обов'язково, шановні друзі, підписуйтесь на наш YouTube-канал, телеканал «Вітер». Посилання ви зараз бачите на своєму екрані. Дивіться нашу програму. Ми будемо тільки раді за ваші коментарі, за ваші перегляди. І з вами було жіноче ток-шоу «Триже плюсе». Моя Катя Лунгу. Спецвипуск до пасхальних свят. Бувайте!